Блогер Тинни Раш решил сходить на Волжский пляж в районе Царевщины. Однако, как оказалось, все единичные проходы, которые там были раньше, уже закрыты капитальными заборами. Везде грозные таблички, апатичная охрана и злые собаки. Уважаемые чиновники, а как же федеральный закон о свободном доступе к воде? Может, вы все-таки откроете заграждение, вопрошает автор поста. Блогер Алексей Целуйко сообщил о пожаре на выходных в самарском жилищном комплексе «Город мира». Там горело коммерческое помещение рядом с салоном Porsche. Эпическая картина из дверей, над которыми написано «Мы открылись», валил густой черный дым. Сам пожар удалось потушить примерно через 15-20 минут, добавляет автор. Блогер Владимир Сверкалов рассказал трогательную историю про калининградца Василия Киселева. Он уже почти целый год ищет девушку Татьяну из Самары, с которой познакомился на отдыхе в Испании. Как оказалось, Василий неверно запомнил электронку Тани, а других контактов у влюбленного парня нет. Он написал на 300 электронных адресов, похожих на тот, что помнил, но без толку. Перерыл тысячи страниц в соцсетях. Звонил в отель в Испании, туроператором, обращался на телевидение, нанимал частных сыщиков. Последняя попытка Василия найти свою любовь – это видеоролик. Парень надеется, что он распространится по сети, Таня его увидит и откликнется.